Смейте упоминать о Татьяне, не смейте. Я знаю, вы что-то от меня скрываете. Мальчик мой, ты поступаешь безрассудно. Это на тебя совсем не похоже. Если бы ты только знал о моих открытиях, о моих планах. Мне плевать на будущее. Мне нужна правда. Я заставлю вас рассказать ее. Так или иначе. Тернобыль, ему казалось, пахать. Поговорим спокойно, мы же ученые. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 man-made, these were frogs with bitter eyes. No, Тесть, Сашко. Есть разговор. Что случилось, Сашко? Я ухожу. Окей, сынок. Говорят, некоторые люди приходят в этот мир для того, чтобы поддержать нас, а другие, чтобы испытать. Мне здесь не место. Я тут в любом случае проездом. Слишком сильно все затянулось. А у меня и своих дел полно. Слишком долго я с тобой нянчился, Игорь. Он знал о зоне все. Он построил этот склад. Нам будет не хватать этого умелого и талантливого человека. Да, я согласился на пару делишек. Но я не обещал торчать на складе, пока ты там хрен знает чем занимаешься. Мне жаль, что ты так думаешь. Мы все еще можем стать отличной командой. Могли бы, если бы ты прислушивался к моим советам. Но это в любом случае был временный союз. Я работаю один. Тебе, профессор, в зоне не место. Возвращался бы ты домой. Когда мы только встретились, я увидел в тебе искру, зачатки настоящего лидера. Но я ошибся. Ты не лидер. И это была искра безумия. Ты все не так понял, Сашко. Нет смысла спорить, профессор. Я уже все решил. Я иду своей дорогой. Я помог тебе всем, чем смог. Но пора и о себе подумать. К тому же мне не нравится твой подход к делу. Ты не можешь сосредоточиться. Постоянно отвлекаешься на всякую чепуху. Я больше не собираюсь рисковать ради тебя головой. В текущих обстоятельствах я делаю все, что могу. Разве ты не видишь? Трепать языком все гораздо, Игорь. На словах ты Лев Толстой, а на деле не совсем. Вот как ты обо мне думаешь. Мне казалось, я уже проявил себя. Признаю, временами ты был хорош. Но в моем деле главное — последовательность. На улице репутация зависит от исхода последней драки. В твоих действиях нет последовательности, Игорь. Ты хорошо начал, но в последнее время прямо сдулся. Так что я сваливаю, пока ты не утащил меня на дно. Наше сотрудничество окончено. Удачи, Игорь. Если мы еще встретимся... то, надеюсь, не как враги. Ага. Lähtikö Igorilla mielenterveyttä, kun kaveri lähti? Ilmeisesti. Ilmeisesti lähti mielenterveyttä sitten.
С Михаилом все не так, как кажется. Во что он втягивает тебя в этот раз? Нар плавает в мутных и темных водах. Ты уверен, что сумеешь отличить крупную рыбу от кровожадной акулы? Taas sarjassamme jotain. Jokin naapurissa. Duster. Hyvin mielenkiintoista. Jopa sanoa, että paranormaalia. Ja musta stalkeri on tulossa. Mun pitäisi löytää jotenkin tieni ulos täältä. Täällä on tapahtunut jotain hassua. Siinä on sotilaita. Ehkä mä en rupee niitten näköpiirissä ottaa yhteen mustan stalkerin kanssa. Mutta kun etsitään joku paikka, missä voi ottaa vähän suojaa ja... Ei oo hirveesti kyllä nyt niinku... Yh.
vaihtoehtoja. Kaveri ilmestyi sitten juuri suoraan taakse. Pelin alku oli ehkä vähän hidas, kun mulla ei ollut noita lockpikkejä sillä, että vois. Eli joku iso jehu on täällä. Я на месте. Только что-то не вижу тут отличного обзора. Где вышка? Или хотя бы холм? Ну да. Но тебе не нужна вышка. Там контрольный модуль рядом. Найди его и включи. Ага. Нашел. Что это за штука? Михаил, ты чего-то не договариваешь? И где эта большая шишка? Скоро будет! Пролетать на вертолете! Тебе нужно только запустить систему ПВО! Она автоматическая! Дальше сама разберется! Крутяк, скажи! Что? Ты хоть. О, контрэр, мон фрэр! Это безумие, Игорь. Я в курсе, что мы хотим прищучить нар. Но. Через столько прошел. Михаил представляет, таким образом. Такой удар выведет нар из равновесия, отвлечет. Я смогу выиграть время. Смотрись, дружище! Считай, что это типа обряд инициации от дяди Миши. Жги! Oliveri ei tykännyt sotarikoksista. Tää yritti paeta, koska kenraali ei tykkää siitä. Se ei tällä ei muuta sanottava. Ты, блин, меня обманул! Удает!
Вы посмотрите на него! Строит из себя обиженного! Мы такое дельце провернули! Вдвоем! Ты этот день еще столько раз вспомнишь! Точно тебе говорю! Зачем ты хотел убить Семенова? А я и не хотел! Я думал, там будет Козлов! Это он у меня номер один в списке! Откуда ты узнал про эту систему ПВО? Тут раньше был секретный объект! Им же нужно было как-то разбираться с американскими самолетами-разведчиками! Так, карты на стол. Чем тебе нар насолило? За что ты так их ненавидишь? Козлов и его люди камня на камне здесь не оставили. Они думали, им все подчиняться. Они схватили нас, пытали, застрелили моих друзей в лоб, в упор. Ага, там он ихан oikeesti syytä. Ihane. Ну что? Что дальше, Игорь? Знаю. Мы часто расходимся во мнениях, но тебе и правда лучше остаться. Ты нужен мне здесь. Да уж, твоя правда. И лучше бы тебе об этом не забывать. Чем могу помочь, профессор? Привет, Ольга. Слушай, ты можешь научить меня тому, что сама узнала в зоне? С радостью. В зоне нужно уметь о себе позаботиться, если не хочешь кормить червей. Отлично. Я готов учиться, великая охотница. Только никаких шуток во время тренировки. Не то организую тебе подзатыльник, понял? Ну, продолжим. Время очередного урока, Игорь. Уверен, будет еще интереснее, чем в прошлый раз. Советую отнестись к этому со всей серьезностью. Ты ведь не стал бы смеяться над тем, кто учит тебя обращаться со взрывчаткой? Наверное, нет. Разумеется. Так что представь, любое барахло в твоем рюкзаке — это заряд С4. Ты должен размещать все вещи аккуратно и с умом, иначе что-нибудь взорвется. Насколько мне известно, консервы не... Не перебивай. Зачем воспринимать все так буквально? Это метафора, чтоб тебя. Если я когда-нибудь встречу Татьяну, первым делом спрошу, что она нашла в таком унылом зануде, как ты. Мне это тоже интересно. В общем, ты должен быть внимателен и собран, когда сортируешь свое барахло. Представь, что от этого зависит твоя жизнь. Это урок номер два. Ладно. А урок номер три? Вот в чем он состоит. Верь. Верить во что? Верь, что ты сможешь найти в своем рюкзаке нужную вещь. Женщины постоянно так делают. Что скажешь, ученик? Я хочу верить. I want to believe. Totuus on tuolla ulkona. Lapinlahden lintujen sanoin. Ollaan varovaisia siellä ulkona. Отлично, Игорь. Только не зазнавайся. Тебе не помешает практика. Много практики. Есть разговор, Игорь. Я весь внимание. Я тут узнал кое-что. Нар готовится к масштабной поставке припасов. Может, и пищевые пайки завезут. Нельзя упускать такой шанс. А ты, похоже, времени зря не терял. Отлично.
Я этим займусь. No, mulla on ainakin 4 henkilön tiimi nyt tohon. 5 henkilön tiimi olisi tietysti paras, mutta ei voi mitään tähän hätää. Может перестать играть солдатиков, Игорь. Для него важна лишь война и военные трофеи. А что же ты, любимый? Какая у тебя миссия? Нар плевать на все и на всех. Смерти для них просто статистика в отчетах для этих корпоративных чудовищ. А чудовища не дадут уничтожить себя так просто. Кейс он ylhäällä. Тутком мукаан, siis. Оливер, я на крыше. Okay. Вижу сигнальный Selepa. Огонь. Я полагаю, красный? Да. Похоже, зона выгрузки. Это наша цель. Теперь твой выход. Удачи. Так точно, Оливер. Эх, Антон был отличным парнем. Так что надо нам постараться. Ради него. Будь осторожней. Лишний раз не высовывайся. Не дай Нар себя обнаружить. И не набирай больше, чем сможешь унести. Vanha maalikannu. Suurin mahdollinen aarre. Noin. Okei. Siinähän se on. Обнаружил эхо. Нет. Зачем ты вернулся? Окей, нет, не инде что. Это еще не конец. Onkin aika tehokas.
olikin aika tehokas tää raidetykki sitten. Ящики. Выглядят многообещающе. Отлично. Знаю, забраться туда было непросто. Low profile. Но ты давно не жадничай. Он мой стройманный сотилай, это не нет ihan пьета профилия. Да не слушай ты этого солдафона! Нахрена осторожничать? Помни, что я тебе говорил, Игорь. Действуй профессионально. Игорь, если ты оставишь им оружие, они тебе из него задницу свинцом нафаршируют. Подорви там все к чертям собачьим! Okay, Mikaelin kanssa ollaan oltu tehty niin paljon ratkaisuja, että... Oliver прав. Oliveri ei... Мä en ole kuunnellut hirveästi viime aikoina. Переполох без необходимости. Это никак нам не поможет. Hirveesti räiskittyä noita luoteja äsken. Näyttää todella hyvältä. Варастелемаан и лякета нема. Кажется, твой наставник предал тебя. А может, это он стоял совсем с самого начала? Как бы там ни было, он явно не на твоей стороне. Он заманил тебя в ловушку, Игорь. Что ты собираешься делать? Не это таас, таки сиаса минуле. Keskustaa tai selityksiä. Мама, я хочу в парк на аттракционы. Хочу на автодром. Обязательно, малыш. Как только он откроется. Не боись, малой. 1 мая пойдем. Сразу после парада. Мы с мамой читали про него в газете. Я хочу на паратрупер и на машинке. Папа, можно будет порулить? Пожалуйста. Я тоже туда хочу. Будем с тобой врезаться. Врум-врум, блыш! На следующей неделе, мальчики. Обещаю. Черт. Я и забыл совсем, что у меня смена на электростанции. Может, договорюсь с Федором? Он меня подменит. Hidastetaan Blackstalkeria. Tää on ihan hyvä.
последний. Это плохо, как не закончится. Я смотрю, у тебя полно сюрпризов. Ничего, это еще не конец. Pistin 14 kutia siihen assuun sitten. Tonikalla. Не надо поспешных выводов. Дай мне объяснить. Ага. Вы стояли за этим. Все это время. Хватит игр. С ума сошел? Ты ведь меня знаешь. Я тебе помог. Я помог Татьяне. Не смейте упоминать о Татьяне. Не смейте. Я знаю, вы что-то от меня скрываете. Мальчик мой, ты поступаешь безрассудно. Это на тебя совсем не похоже. Если бы ты только знал о моих открытиях, о моих планах. Мне плевать на будущее. Мне нужна правда. Я заставлю вас рассказать ее. Так или иначе. Чернобыль, Игорь, прошу, поговорим спокойно, мы же ученые. Татьяна. Татьяна Амалиева. Вы сделали вид, что ничего не знаете о ее судьбе. Но она была здесь все это время, так? Да, не буду отрицать. Но послушай, ты не знаешь всех фактов. Господи боже. У вас что? Не осталось ни капли совести? Я мог бы рассказать то, что перевернет твою жизнь, но я этого не хочу. Не хочу, чтобы ты потерял голову, понимаешь? Ты мне нужен. О чем вы? Ты нужен мне здесь. Ты поможешь мне спасти ее. Я исследовал Чернобылит. И у него очень много потенциальных применений. Что вы и ваши хозяева из НАР планируете с ним делать? Знаю, что исследовал, иначе бы тебя здесь не было. Катастрофа 86-го года была великим подарком человечеству. Величайшим. Что вы несете? Чернобылит открыл двери к тому, что изменит ход истории. Навсегда. Это энергия. Способна формировать сингулярности. Множественные сингулярности. И туннели между ними. Более того, она даст нам доступ к уже существующим. Представь себе, автономное транспортное средство, которое может перенести тебя в любую точку времени и пространства, еще и с подробными картами. И первый маршрут уже проложен. Осталось только убедиться, что он безопасен. Почему НАР так заинтересован в Чернобылите? Да потому что он может принести миллиарды. Думаю, не нужно объяснять, в чем ценность потенциально бесконечного источника энергии. На это мне плевать. Они держат Татьяну против ее воли. Почему? Где она? Татьяна – пациент. Очень ценный. Именно поэтому она в безопасности. По крайней мере, на данный момент. НАР делала отвратительные вещи. Я с этим не спорю. Проводила сомнительные эксперименты, причем на людях. Но Таня — это другое. Она особенная. Я последний раз спрашиваю. Где Татьяна? Игорь, прошу, послушай. Хотите выяснить, какой у вас болевой порог? Отвечайте! Ладно, хорошо, но во всем виноват Козлов. Ты должен мне поверить. Таня на электростанции. Клянусь, Козлов держит ее там. Послушай меня, Игорь. Ты понимаешь, что мое исследование куда важнее, чем ты или я? Заткнись нахрен. Я больше не собираюсь выслушивать эти отговорки. Нельзя оставлять его в живых, мышонок! Он сорвет наши планы! Он приблизит конец этого мира и царствие крысиного короля! Не делай того, о чем потом пожалеешь, Игорь. Ты лучше их, помни об этом. К тому же этот старикан может пригодиться тебе в будущем. Valitettavasti tämä on hyvin järkevä argumentti. Безопаснее всего было бы убить вас. Но я оставлю вас в живых, вопреки здравому смыслу. Спасибо,
Ты не пожалеешь об этом, Игорь. Увидим. В следующий раз, когда мы встретимся, я рассчитываю на ваше беззаговорочное сотрудничество. Конечно. Иди на электростанцию, найди Татьяну. После мы сможем поговорить. Мир обречен, мышанок. Давай потише. Ты так нар на нас накличешь. Или чего похуже? Я вижу нас всех на дьявольских облаках. И чувствую прикосновение преисподней. Зеленый рой распространяется, как лесной пожар, уничтожая все на своем пути. Крысиный король торжествует. Но он и сам не устоит перед ужасом, который освободил. Ничего нового, значит. Ты все шутишь, мышонок. Но скоро тебе будет не до смеха. Скажи, что мы делаем с поломанной вещью? Чиним или доламываем? Это ты про Чернобылит? Это я про мир. Не уверен, что я тебя понимаю. Как ты считаешь, почему Крысиный Король выбрал этот мир, чтобы явить свой гнев? Уж точно не потому, что мы такие благородные и замечательные. Скорее потому, что мы злые, грешные и испорченные. В основе своей именно наши поступки призвали его. Мы с самого начала времен творили ужасные вещи с себе подобными и с миром, который населяем. Кто знает. Возможно, это наша кара. Возможно, мы заслужили. Заслужили что? Приход века крысы. Age of the Rat. И мы проведем наши последние дни, искупая свои грехи. Или нас истребят без пощады. Я не философ и не пророк, но я уверен, что мы еще можем стать лучше. Посмотрим, мышонок. Но судный день близко. Попомни мои слова. Есть минутка? Ты о чем-то хотел поговорить? О ком-то. Ты знал, что у Антона есть дочь? Даша. Боже. Он много о ней не рассказывал, хоть мы и дружили. Я иногда задавался вопросом, почему он не тратит деньги на выпивку и женщин, как остальные. Он откладывал деньги, чтобы обеспечить ей будущее. Образование, все такое. Хотел, чтобы ее жизнь сложилась как надо. Для себя я решил, что позабочусь о ней, когда мы здесь закончим. Но никогда не знаешь, как все сложится, верно? Поэтому я хочу попросить тебя о серьезном одолжении. Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты нашел Дашу и отдал ей мои деньги. Пожалуйста. Оливер, не надо так говорить. Когда мы совсем разберемся, ты сам все это сделаешь. Нет, мне нужно, чтобы ты пообещал. Антон это заслужил. Я обещаю. Слушай, Ну я сра... Так и пошла я. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Ладно, основы мы разобрали. Теперь попробуем кое-что посложнее. Я научу тебя стрелять из-за укрытия. Не прилипай к укрытию. Держись от него на расстоянии вытянутой руки, иначе оно закроет от тебя твою цель. И постарайся лишний раз не высовываться. Выбери цель и мягко нажми на спусковой крючок. Не торопись. Ну ладно, готов? Поехали.
отлично. Продолжай тренировки, и скоро станешь настоящей грозой зоны. Alright. Надеюсь, теперь ты уверен в своих силах. Joo, ja se on aika tosiaan mennä nukkumaan. Ihan sekä toisessa oikeassa elämässä että pelissä.